Радость от завершенного ремонта в доме. Что может омрачить ее? Например, потраченные впустую средства. Ремонт в своей квартире супруги Станкевич из Пинска закончили. Вот только удовлетворения не получили. Всему виной казус, произошедший с ними этим летом. В июне месяце затеяли мы ремонт. Ну, значит, думаем, купим заранее, потому что вдруг, ну, сантехнику, всю мебель для ванны, для туалета. Думаем, купим заранее, чтобы вдруг подорожает. Ну и обратились в магазин «Мир керамики». Ничего плохого не хочу сказать про этот магазин. И обслуживание хорошее. Все мы там купили, и мебель, и смесители, и ну, почти все. Оставалось купить умывальник и тумбу. В наличии нужного комплекта не оказалось. Выбор пал на вариант под заказ из каталога российского производителя. Мы так подрасчитали, у нас 85 сантиметров как раз входит навесной вот этот шкафчик вместе с умывальником. Мы, значит, купили, в июне поставили его. Ну, в упаковке. Мы даже, ну, посмотрели так визуально, там трещин ничего нету, но размеры мы не перемеряли. Когда положили плитку в августе, мы его распаковывать, а он не входит, сам умывальник. Мы померили, а там 86,4 или 86,3. С просьбой поменять товар Людмила вместе с мужем обратилась к администрации магазина. Там пару внимательно выслушали, но указали на истекший срок возврата товара. Мы ему звонить, ну, объясняем ситуацию, что так и так. На коробке написано 85, в чеках 85. Мы уже подрасчитали, то есть нам этот за сейчас 1,5 сантиметра, вот он стал вот у нас... Камень, да, камень преткновения. И мы думали, что он пойдет навстречу. Он говорит, значит, 14 дней, ну, можно было вернуть. Он не пошел навстречу нам, он сказал только под реализацию. То есть я могу пойти на уступки вам только под реализацию. А сколько реализация? Может и месяц, может и год. У директора торгового объекта Ирины Лисюк на произошедшее свое видение. Здесь такая ситуация получилась, когда человек посмотрел просто на название и 85 представил, что это ее габарит. На самом деле это просто название модель. Дело в том, что модель называется Fiji 85. Угу. На ценнике, если мы пройдем, я вам покажу, там тоже указано Fiji 85. Да. В данном случае это не размер. Тут не указано 85 сантиметров. То есть это просто тумба. Fiji 85. Снизу идет артикул тумбы, и под артикулом идет ширина 865 миллиметров. То есть здесь написано мелким шрифтом, это все указано. Действительно, и на ценнике, и в каталоге, который, как нас заверили в магазине, смотрели клиенты, размеры указаны. Поскольку эта позиция заказная, ее у нас на выставке, на стенде, вот так представлено не было. Но из этой же серии, у нас всегда стоит напольная. Это наша складская позиция, то есть она всегда у нас есть и стоит напольная. То есть, в принципе, если бы мы взяли рулетку и померили, то это можно увидеть. Но когда... Знаете, как мы читаем сверху, ну, 85 и 85, а дальше мы не читаем. Следуя логике, тогда на информацию на упаковке вообще не надо обращать внимание. А как не обратишь, если название Fiji 85? Неужели это просто цифры? Вопрос уже к производителю. Администрация магазина считает, что со своей стороны пошла на уступку клиенту, взяв товар к себе на реализацию уже по истечению срока возврата. А вот Людмила Станкевич мириться с текущим положением вещей не готова и намерена проводить дальнейшее разбирательство. А теперь, да, теперь уже нам нужны деньги, потому что мы уже купили другую. Теперь надо возврат денег. Подробнее о потребительских спорах смотрите в программе «Надо разобраться» сегодня на телеканале «Беларусь-4 Брест». Татьяна Булгусаим, Людмила Салзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».